В московском аэропорту Домодедово не будут строить третью взлетно-посадочную полосу. Об этом пишет сегодня «Коммерсант», ссылаясь на план развития столичного авиаузла, подписанный премьером Путиным. Между тем, одну из полос, построенную еще в 60-е, можно использовать только до 2014 года. А значит, на время реконструкции Домодедово останется с одной действующей полосой, что может очень серьезно снизить пропускную способность аэропорта.